Всем привет! Сейчас 7 утра, 7 часов. Отличное время для пробежки, но погода, конечно, все подпортила. Там сейчас идет дождь, гололед, снега пока не наблюдается, но, наверное, тоже скоро начнется. Короче, сегодня будет первая пробежка в этом году. На этот раз я полностью во всеоружии, наушники, Honor. Теперь я точно буду знать, какой у меня пульс. Это не то, что предыдущий год, где-то у меня средний пульс там 170 получился. А это, как вы знаете, очень плохо бегать на повышенном пульсе, ты долго так не протянешь. Короче, ладно, я побежал, надеюсь, сегодня будет интересный выпуск. Смотрите до конца, ставьте лайки и пишите комментарии. Как у меня не получается пульс понизить стабильно, через пару минут уже 160-170. Не знаю, как его сбивать, хотя темп очень медленный, но все равно подскакивает очень быстро пульсация. Бля, фиг его знает, как с этим бороться, но будем потихоньку бегать, прям по чуть-чуть держать 130-140 хотя бы. Я думаю, у нас получится. Подъем в 6 утра, без завтрака. Пробежка натощак. В морозный ветер с дождем. Что может быть прекраснее? А, да, еще гололед. Как же без него? В общем, вся дорога у нас в гололеде. Абсолютно вся. Спасаюсь только на обочине. По снежку, который остался. Фигачит дождь, никак не останавливается. О, я очень рад. Первая пробежка в этом году. Первая кровь пролита. Движемся дальше. Ну что, я вроде как слышал. Дождь по-прежнему фигачит, гололед, просто адская погода. Почти 5 километров позади. Это была самая длинная пробежка за всю мою историю. Бежать практически невозможно, там вся дорога в гололеде по бокам. На обочине немножко снега, и кое-как улитка удается передвигаться. Ну, либо нужно ехать на санках, потому что тут без вариантов. А на самом деле отличная пробежка, я очень рад, что наконец-то начал бегать в этом году. То предыдущий год я весь бегал. Получается, где-то декабрь я полностью не бегал. По-моему, в ноябре я один разок пробежался, так чисто, чтобы было. И, кстати, я в предыдущих влогах говорил, что набрал 1 килограмм. Нифига, я набрал 4 килограмма, целый четвертак за неделю, наверное. Ну, там дней 10 получилось. Короче, мы сейчас идем заряжаемся завтраком, потому что натощак бегать вообще не вариант. Надеюсь, сегодня будет хорошая погода. Может быть, солнышко выйдет, хотя бы потеплеет. Либо наоборот, чтобы снег повалил, чтобы сугробы были такие нормальные. Короче, что-то зимы как-то вообще не ощущается. Весь до нитки промок. Просто даже штаны все мокрые. Я про кроссовки вообще не говорю, там некоторые лужи, когда попадаешь, сразу тонешь. Короче, ладно, я побежал заправляться с завтраком, потому что натощак бегать вообще не вариант. Конечно, легко бежится, но, блин, есть хочешь потом как волк. Смотрите выпуск до конца, я думаю, что-нибудь интересное сегодня мы обязательно придумаем. Блин, может, снова нахуй выходить туда. Гололедище. Это прилично. Да, не айс. Учитывая погодные условия, было принято единственное стратегическое верное решение сделать сегодня домашний выпуск, а именно распаковку этого мандарина. Шучу, конечно. Мандарин как-то быстро мы распаковали. Ладно, давайте займемся теперь нормальной распаковкой. Сегодня у нас распаковка DJI Mavic Mini.
комбо-набор. Блин, это мой самый первый дрон. И, наверное, самый крутой из всех. Ну, относительно, конечно, из всех. То есть, самый большой жирный плюс у него – это то, что он весит 249 грамм. Его не надо регистрировать. На нем можно летать спокойно. Ну, за исключением, конечно, запретных территорий в соответствии с законодательством страны, в которую вы летаете. Довольно весомая коробка. Ладно, давайте посмотрим, что внутри. Такая у нас здесь красота. Сейчас посмотрим, что внутри. Внутри у нас такая сумочка от DJI. Тоже довольно удобная. Это бренд DJI. Собственно, что мы тут имеем? Сам дрон. Он, конечно, у меня уже распакован был, потому что я на нем летал. То есть здесь еще были такие наклеечки. В общем, это мега удобная штука, которая скрепляет все, чтобы никуда не делся. Откладывается. Защита камеры. Пульт. Вот управление. Ну, я также его предварительно запаковал. Посмотрите, как он был изначально. Здесь у нас стики. Сейчас мы их прикрутим, потому что я планирую потом еще тестовый запуск тоже вам показать. Но у нас ставится телефон и, соответственно, подсоединяется. Офигенно, очень удобно, вообще классно и в руках очень приятно. То есть тут такая резиновая вставка, очень удобно держать. Как на PlayStation, только лучше. Так, что у нас тут еще есть? Так как это набор комбо, то у нас здесь имеется 3 аккумулятора. Они у меня полностью заряжены. Можно видеть индикатор, индикацию заряда. Там самозарядка, провода. То есть это нам особо это не нужно. Здесь у нас провода. Это именно на зарядку идет, чеки. И запасные провода для пульта. Так, и самое классное, что у нас здесь еще есть. Это запасной набор пропеллеров и стиков. Вот здесь у нас какая-нибудь поломка случится, чтобы все нужно было починить. Там, кстати, еще отвертка тоже имеется. Стики. И здесь такая маленькая отвертка. И последнее, что у нас здесь есть, это инструкция. Инструкция DJI. Я, правда, ни разу не открывал. Но вроде довольно информативная. Я вообще сомневаюсь, что кто-либо открывает. В общем, такой богатый набор у нас получается, комбо. 3 аккумуляторных батареи, 2250 миллиампер. Хватает на полчаса полета, там, ну, в основном где-то 28-29, может быть, минут по факту. Короче, тут зарядка, сумка, коробка. Да, и, кстати, еще карточка microSD-шно туда вставляется. Ну, соответственно, она в наборе не идет, ее нужно отдельно покупать. Давай, папа. Да, прыгай.
Сейчас Мишка поможет мне собрать дрона. Ага. Смотри, нам нужно сначала снять. Дай-ка я сниму. Держи, снимай. Так. Простите. Не, все правильно. Вот, это сняли. Мишка у нас опытный пилот. Да, Миша? Ну да, я. Дай-ка мне. Сначала надо выпрямить крылья. Да, выпрямляй. Так, давай-ка другой. Другой. Вот этот вот. Я знаю. Держи. Так. Я все знаю. Эти теперь вниз и тот вниз. Просто профессиональный специалист по дронам. Теперь снимаем камеру. Сейчас сам, пап. Давай. Я же камеру. Все. Такой у нас маленький дрон получается. Ага. Сейчас будет тестовый запуск. Ага. Тест так. Запуска 3. Теперь нужно сюда вставить флешку. Где наша флешка? Я сам ставлю, я умею. Только другой. Вот так, сверху. Давай, пап. Я туда направлю, а ты... Давай, встали. Вот. Так, все. Теперь нужно ставить аккумулятор. Где аккумулятор? Я сам, пап, я знаю. Другой стороны. И перевернуть еще. Вот так. Чтоб щелкнул. Нет, сначала аккумулятор, чтоб щелкнул. Все, а теперь вот это. Все, дрон у нас собран. Я нажимаю кнопку. Теперь нужно сюда подключить телефон. Так. Коннектим все это дело. Чик. Все, готово. Теперь зажимаем эту кнопку один раз и держим второй. Предварительно нужно было установить приложение DJI Fly. Запускаем. Все, сейчас включаем дрон. Так. Тоже это... один раз и держим. На столе мы, конечно, запускать не будем, хотя бы на полу запустим тестово, да? Да нет, давай на столе. Не, на столе ты что? Тут высота маленькая, он может врезаться. Пойдем запустим на полу. Пойдем. Так, установили пульт. Нужно убедиться, что поблизости нет никаких препятствий. Есть. Есть препятствия? Да, как будто. Хорошо, у нас режим normal, переведем его в режим sign, кинематографичный. Пишешь, что слабый сигнал GPS. И фонтан. Ну ничего страшного. Поставили автоматические настройки для видео. Ну что, взлетаем? Взлетаем. Взлет разрешаешь? Да. Автовзлет. Авто. А что такое авто? Ага. Сейчас видео запишем. На, Мишунька, снимай пока. Да, вижу дрон. Меня видно? Ага. Ну что, мы и тебя его... дрон. Мы его сажаем или нет? Летим. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Скоро увидимся. Скоро увидимся. Пока. Пока.